Очень печально. Приятное ощущение, очень приятная победа. Приятно выиграть такую хорошую команду, как Грузия. Еще и на выезде. Эту победу давно ждали, очень приятно. Грекам будем готовиться так же самое, как и Грузии. Серьезно, и будем настраиваться, будем тренироваться. Трудно было играть против грузин? Да, конечно, тяжело. Они играли дома, их поддерживали болельщики, и им нужна это была победа, чтобы какие-то шансы сохранить на выход. Но мы сыграли хорошо всей командой в обороне, использовали свой шанс, забили гол. Очень приятно. Мы играли для опыта или для пунктов? Да, мы играли, конечно, для очков. Игра забудется, а очки останутся, и это самое главное. Ну и, конечно, хотелось сыграть хороший футбол, но мы играли от обороны, потому что такой хорошей команды, как Грузия, у них дома играть с ними на равных в атаке тяжело. Мы играли. Я считаю, что тренера выбрали правильную тактику, и поэтому мы добились победы. Как готовиться к грекам? Это Александр Петрович расскажет нам в ближайшие дни, как будем готовиться.